Привет, ребятули! Мы с вами приехали в Лидс за фруктами. В прошлой неделе я вам ничего не показывала, потому что хвастаться было нечем. Мне даже не хватило на всю неделю. Я подъедала. Катастрофа. Знаете, сколько нам теперь фрукты стоят? В два раза дороже, потому что с тех выходных мой проездной аннулирован, и я должна платить за проезд. Вот сейчас, чтобы приехать в Лидс, я заплатила 700 рублей. А как бы я за фрукты, наверное, 1300 на всю неделю. И вот думаешь, стоит ли жить в Фаргейте после этого? Сейчас буду обозревать, что есть, почем. Еще есть нектаринки для Иринки. Самая лучшая еда. Плоские персики. Вот 7 штук за фунт. 8 нектарин за фунт. Сейчас что-нибудь найдем. О, голубика мисочка. Фунт. Меня все волнует, где помидоры? Уже сентябрь. А помидор все нет. Ну вот такие хоть появились. Тоже можно погрызть разок. Пошла приценивать его мне. Блин-блин. Вот мои пакеты. Мне сейчас продавцы помогли даже донести до скамейки. Почти что обняли, поцеловали. Короче, я здесь настолько уже своя. Они с сочувствием на меня смотрят, понимают, что он... Я, значит, на самом деле с ними сейчас поделилась, сколько я плачу за жилье, сколько стоит транспорт и сколько вообще не стоит ездить в Лидс. Мне навалили еще бесплатно ананасов, но они тяжелые. Мне нужна помощь. Но мне в данный момент на все равно. Я счастлива, у меня все хорошо, потому что наконец-то я ем фрукты. 2 дня у меня не было фруктов, только банан. Кайфу нет предела. Все, жизнь удалась. Вот так настоящие девушки ходят в магазин за фруктами. Я пошла. Ящик 3 фунта. Умножаю на 83 рубля. Куда я пошла? А, есть пошла. А у меня, господа, только что была проведена распаковочка моей покупки. Я себе искала ложки. Взамен хозяйской, она длинная, глубокая, я ее даже сантиметром измеряла. И нашла я вот такие японские, у них немножко другое, ну какое-то, видимо, есть покрытие. Они не будут впитывать жир и грязь сильно, как обычная деревянная. Но я расстроилась. Расстроилась почему? Посмотрите на размер. Это какая-то бэби-спун, дочка-ложка, ну и глубина. Тоже, соответственно, меньше. Как так именно едаться, не знаю. Придется есть в 2 раза больше. Вам кажется. Я надеюсь, что мне тоже кажется. И у меня привидение в доме. Избавьте меня от него. Я не готова. Ложкой по лбу дам. Точно. После таких зажигательных тацулек просыпается аппетит. А посмотрите, какая вкуснятина. Одной головной болью меньше. Я выбрала там, где пройдет мой отпуск. Окончательно. И обратной дороги нет. Вот он, билет! Ю-ху! Фрукты Анталии, ждите меня. А вы чем по ночам занимаетесь?
товарищи. Продолжаем наши мастер-классы с ансамблями танцы и пляски. Сегодня у нас задание выйти на улицу и станцевать скибиди-биди. Весь Инстаграм уже станцевал его давным-давно. Теперь твоя очередь. Случай, когда народ начинает тебя подхватывать. Красавчик, красавчик. 100 лайков. Some music. I'm gonna check on that situation in a minute. Yeah. This next one is. What's it? What's it again? This one's called. This one's called Cracking. Lots of the music that we play, we write ourselves here, yeah, and we play it to people. I would have said that much better before. Зрители будут в шоке. Ребята, у вас новое движение для сторис!
ребята, немного магии. Я нахожусь в Манчестере на фестивале. И творится что-то необыкновенное. Я кайфую. Вот это интрига, пошла интрига. Так, так, так. Миллион-миллион мыльных пузыриков. Ребят, простые движения. Не надо ничего усложнять. Как умеем, так и танцуем. Можно начинать просто с бега. Добавить движение руками и все, танец пошел. Пляска, все дела. Ой, что это у меня тут повисло? Банан прилип. Совсем прилип. Фрукты далее. Ой, плесневушка. Неприлично. Оп. Оп-оп-оп, как вкусненько. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Вот это обед. Я не против. Да, с такой клубничкой. И так далее. Подведем итоги сбора сегодняшнего фруктового урожая. Та-дам! Вот такая фруктовая сочная палитра. Лимоны для смузи. 1 фунт.
Ананасы 1,5 фунта за 2 штуки. Нектарины. Были бы только нектарины. Я бы купила только нектарины. Но я отхватила последние 4 миски за 4 фунта. Целый ящик плоских персиков. Было плоское решение купить их в таком количестве. Ну, надеюсь, доживут. Захотелось абрикосиков. Они не все были мягкие. Вот эти жесткие. Мягкие я сегодня уже слопала. Вы видели. 1 фунт классических персиков. Что бы было? Бананы платанос приготовлю с шоколадом. Огурчик для смузи, салатик похрустеть, шпинат для смузи. И мне подарили 2 манго. Чего нет? Вот такая вкуснятина меня ждет в ближайшие дни. Смотрите, опять банан прилип. Залип на мне банан. А я не ела сегодня банан. И все весело до того момента, когда стоит вопрос, как большую часть этих фруктов запихнуть вот сюда. Смотрите, холодильник, пол холодильника, морозилка. А, здесь я себе освободила 2 уровня, но я думаю, я еще немножко пойду на своих соседей. Мне проще фрукты сюда положить, чем туда запихнуть. У нас в доме 3 человека, а холодильник такой пол нормальной обычной камеры, да, и пол морозилки. Не знаю, что они туда пихают, в морозилку. Мне нужен отдельный такой холодильник для фруктов. Такие дела. Вот этим сейчас и займусь. Органайзингом. Что такое? Во, прилип. Мы с арбузами боремся с желанием объесться фруктами. Я так это люблю делать по субботам. Но если не перестану это делать вообще ежедневно, то никаких шансов у арбузов влезть потом в эту сорочку. Такие вкусные. Я все хочу. Хочу спасти манго. Это почти как спасение вселенной, когда они уже мягкие, сочные и готовы зачесть ко мне в ротик. Проблема вселенская №1 перед сном. О чем думают женщины? Вот вам ответ.